Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Андрей Разин поделился архивным снимком с ныне покойным наследником. Продюсер «Ласкового мая» очень тоскует по Саше, который умер в 16 лет. Андрей Разин не может смириться со смертью сына. Он до сих пор оплакивает ребенка. Своей болью музыкант поделился в Инстаграм. Он дал понять, что ему нужна моральная поддержка поклонников. На фото Андрей Разин держит на руках маленького наследника. «Сынулей», — подписал кадр убитый горем отец. Фолловеры были растроганы снимком. «Очень хорошее фото получилось, светлая вечная память дорогому, любимому Сашеньке», — высказались пользователи соцсети. Напомним, что сын Андрея Разина, Саша, скоропостижно скончался в марте 2017 года. 16-летнему парню стало резко плохо прямо на улице во время прогулки с девушкой. Врачи скорой помощи не смогли спасти Александра. Как писали, причиной смерти парня стали проблемы с сердцем, которые были вызваны осложнениями после... Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.